Всем привет, салам, оставлю соболезную, на связи Цезарь. Влетает новый ролик с фан-моментами и перестрелками. Если хотите, чтобы для вас слил новый ревик, то набираем 700 лайков по данным роликам. Также мы открыли новый дискорд, где будем постить полезную инфу по крайму Маджестика, копты, безвары и так далее. Ссылка на него будет в описании. Сейчас проходит крутой конкурс на 5к и еще кучу призов в нашем основном дискорде, а также в группе ВКонтакте. Для участия зайдите по ссылке в описании. Победитель с конкурса на 100к у вас на экране. Для участия нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и поставить колокольчик. Играя на серии Маджестик РП 3. Вводите мой промокод Цезарь на всех серверах и получайте крутые бонусы. Ссылка на наш дискорд с модами, конкурс с минусами уже в описании. Всем приятного просмотра. Вам была наклеена наклейка «Стоп хам». Вы хамло ебаное. Если у нас будет когда-нибудь БХ вообще футболка, я не могу. А, порвал, долбоёб! Откат готов. Давайте откат. Готов, давай, выходи, выходи, если готов. Давай, я готов на откат. Откат готов, мужики, откат готов. Алло, вы убить его можете? У меня патрон 19, сейчас я обнуляю, буду воздух. Давай. Ну, раз дал броник. Два дал. Ну, три дал. Бля, в дыру бы его в эту. Стука, давай. На, фибы стреляют, по нам фибы стреляют. По нам там мусора втулят. Давайте мусора втулят. Ты пока посиди тут, ёпта, дебил. Давай, сейчас отвлекись. Вроде же по ней выехал. Он выезжает! Он выезжает, блядь! Он выехал, сука! Похуй на него. Я убил одного. А, у него тачка, и, короче, ему масло под... О, у нас тоже масло текет, пизда в машине, бежим нахуй. Ой-ой-ой, погнали, слышь, Санёчек, денег выдели мне, я пойду как мусор оденусь. Знаете, что нельзя прокалываться на тротуаре, ой, извиняюсь. Договориться не хотите, как-нибудь плевать, просто, ну, на штрафстоянку ваше транспортное средство увозить, поймите, как бы, ну, не вам, наверное, не хочется, не нам вообще, можем на месте договориться, там, ну, условно. Ну, тогда давайте договоримся, если так. Ну, да, давайте, там, условно, за 4000, нормально будет? Да, нормально. Давайте, передавайте. Поехали за стяжками, заедем. Если что, не заедем, будем стяжкой. Поехали, ща. Ой, Ксериан, 5000 дал. Слышишь, а давай какой-нибудь просто в отделение нахуй отвезем, оформим. Вообще, за стяжкой заедем только. Ебать, тут тупые раунды, я в охуе. Здравствуйте. Почему на мотоцикле по встречке ездим? Чё, блядь, молчим нахуй? Ну, я написал, я извиняю. Арестовано, ёпта. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаетесь вообще в данный денёк? Я хожу тут, а что? Запрещено ходить в данном месте. Штраф 5. А вы можете представить свои документы? Снял наручники с тактического пояса, надел на человека напротив. Вы задержаны по статье 17.2. Нападение на... Бодикамера снимает абсолютно все вокруг. Абсолютно все. Взломал руку человеку, повел за собой. Тихо, ты. Отыграй, как ты камеру ему сломал, понял? Все это время была открыта дверь. Беру нахуй рукой, срываю ебаную камеру у дебила и разбиваю ее о пол, блядь. Так, продолжаем. Камеры у вас больше нету. Ты хули ебалом, сука, щелкаешь, иди все, блядь, сейчас тоже сдохнешь. Здрасте, меня слышно? Че, блядь? Тупой, что ли? Меня слышно? Беги нахуй, вот все, слышно тебя. Молодец. Ебать, ты веселый, хуй. Вы задержаны. Пошли нахуй. Тихо. Сейчас я Миран зачитаю, подожди, я вспомнил. Анара репорт, слышишь, написал, мне кажется. Да похуй. Вы имеете право хранить молчание. Также вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, может или будет использовано против вас в суде. Вы задержаны по статье 17.1, 17.3 и 17.6. Как его зовут-то хоть? Блять, мы даже не знаем, как его зовут, ёпну, посмотреть, блять. Опять же, вы имеете право хранить молчание. Также вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, может или будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на один телефонный звонок. Вы задержаны по статье 17.1, 12.8, 17.3, 17.6. Вам ясны ваши права? Ясны права. Блядь, он же в стяжках, он мог уже 10 раз офунцы, ебать дебил. Блядь, что-то пончик какой-то. Офицер. Вы меня слышите? Вообще пох полу. Смотри, приедешь, я зайду прямо за все в отделение. На нем повязать, мне. Блядь. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. А я вот такой вот вам вопрос. Во сколько человек? Нас двое. А вы с какой фракции? С какой надо? Что?
А человек, который сидит сзади вас, с какой фракции? Не знаю, без понятия. Всё. Вы не без понятия, что вы сейчас нарушаете, правильно? Мы не нарушаем. Вы нарушаете. Вы держите человека, значит, вы его похищаете. Мы его не похитили. А поскольку человек пишет репорты на вас, то он тем более очень сильно недоволен этой ситуацией. Ну, он недоволен, хорошо, мы довольны. Хорошо, давайте вообще пообщаемся вообще. Гражданское задержание, знаете, что такое? Смотрите, ударило полицейский автомобиль, да? Можете подождите? Подождите, я разговаривал. Можно меня не перебивать, пожалуйста? Смотрите, вот ударил, как бы сказать, ну, топтался по полицейскому автомобилю. Ну, вот, ну, задержали его. Вот сейчас хотим передать, так сказать, там. Было создаем к шрифам вообще. Вот так вот как. Ну тогда нужно было задерживать минимум 4 человека. Стой, давай попробуем добазариться. Так мы же его не похитили. Мы же, да, не похитили. Мы его задержали. По задержанию чего-то. Знаете, что такое похищение? Знаем. Так это не похищение. Мы его не похитили. Молодой человек, вас устраивает то, что вас удерживают? Поверь, пожалуйста, скажите, что такое похищение. При задержании также можно спросить человека, он скажет, вот, что нет. Что не так-то? Вы хотите сказать, что преступник, его задерживают или что? Фиба, да, есть, смотрите, вот два человека задержали одного, то скажет, я недоволен. Получается, его тоже похитили, правильно понимаю? То есть вы отпустите его, ну, по сути, тогда это тоже похищение. Смотрите, вот Фиба, например, да? Хорошо. Для начала, вот за оскорбления, которые были сделаны в бэ-чате ранее. Ой-ой-ой! И вам здравствуйте. Салам. Как дела, вот? Скажи, у нас хорошо. Уважаемый администратор. Ой, фу, бля. Такой мусор на этом долбоебе маленьком, блядь. Кой, ну, столько статик, позорище ебано мелкое. Сейчас я вам сниму пошинокафт. Привет, друг. Дело сделано, поехали. Неудачник ебаный, блядь.